На сегодняшний день проект, который имеет уровень большого бизнеса, то есть это с персоналом больше 5000 человек, с оборотами в миллионы долларов, это институт, который я открыл 9 ноября. Ну, официальный старт института совершен 1 января 2013 года. Я его запустил и хочу вкратце о том, чем этот институт занимается, рассказать. Буду кратким, то есть пойду сразу по курсам. Институт, кстати, не выдает корочек вообще. То есть кому интересно корочки получить в институте, не впустим вообще, не пройдете поступление, сразу говорю. Вот, то есть мы корочки не выдаем. Учить мы вас заставлять вообще не будем. Все, что вы будете делать, кстати, меня тут один, так сказать, ну даже не наемный работник, один работник, ну студент, так сказать, института ко мне подходит такой и говорит: Паш, ну ты ж меня уволил. Я такой: Вов, знаешь, я уже полгода ни одного работника в своей компании не увольняю. То есть работник хочет приходить на работу, ну в офис там, хочет что-то делать, пусть делает. Я вообще, мне как бы, ну, я даже не слежу за работниками на сегодняшний день. Кто во сколько приходит, мне абсолютно без разницы, потому что мотивация у всех сейчас, я считаю, что если нет у человека мотивации, его, ну, не надо заставлять. Каждый человек, который в моей компании на сегодняшний день работает, ну, я имею в виду менеджеров среднего звена и выше, имеет какую-то долю в компании, то есть он завязан напрямую на прибыли с компании, он завязан напрямую с расходами компании, потому что чем больше у компании расходов, тем меньше его достаток. И когда ко мне человек подходит и говорит: ты же меня уволил, у меня такой искренний шок: слушай, чувак, так ты не растешь, я тебе поэтому и не даю никакие задания, не даю ничего, ну, почему я тебе должен давать, если ты не растешь? Как только я увижу какую-то прогрессию, я тебе вообще с удовольствием буду тебя заваливать просто всем, чем только можно и нельзя. И ты будешь зарабатывать больше, чем ты когда-либо за всю свою жизнь зарабатывал. Вот как бы такое маленькое отступление по институту. Чему учим на первом курсе? На первом курсе просто поступаете в институт и учитесь самому главному, что приведет к вас, к своему делу, так сказать. Это бизнес-идея. То есть, кто был на тренинге Александра Сучкова, наверное, помнит, что идею надо не просто придумать, ее надо еще и протестить. Все это на первом курсе. Первый курс идет 3 месяца. Придумать бизнес-идеи на 9 штук, по 3 бизнес-идеи в каждом направлении. Как это придумать? Как протестировать ее, откуда вообще ее взять, как придумать венчурную идею, то есть не просто идею где-то с Москвы там стыбрить, да, либо с Европы, а именно придумать. Всему этому учим на первом курсе, подключаем такие учебные центры, как школа эффективного бизнеса, Business Relation, Smart учебный центр, ну и так далее. То есть партнеров на сегодняшний день у Международного бизнес-института больше 800. Чему еще на третьем, на первом курсе учим? Учим, как нанять работника, как его обучить, как его замотивировать, адаптировать внутри своей компании. Грубо говоря, ввести в бизнес. Потому что когда я нанял человека на сладкую вату, вот это была проблема. Сейчас для меня ввести в бизнес человека, это как, я даже не знаю, я даже вот на сегодняшний день, честно, вот из 17 компаний, которыми сейчас обладаю, я не знаю, сколько у меня действительно сотрудников сейчас в компаниях работает. Потому что прямого управления не совершаю сам абсолютно. То есть я имею основную долю в компании. Я совет учредителей провожу, да, действительно ежемесячно. Я знаю по основному бизнесу, что у меня оборотка 3,5 миллиона и 271 человек по зарплатной ведомости. Больше я ничего не знаю. Ну, само собой, доходность суммарную тоже как бы знаю. Вот.
Здесь момент какой включается? Это команда образования элементарная. Кто из здесь сидящих студент, либо уже отучился и получил корочки? Поднимите, пожалуйста, руки. Что, никто не учится, что ли? Все остальные, это чем занимались после школы, я не понимаю. В армию сразу. Ну, понятно. Как сказала одна из санкт-петербургских студенток, выкиньте корочки на помойку. Письмо, ее письмо, кому надо, могу, как бы, так сказать, подарить. В чем суть? Вот вы когда были студентами, над вами был куратор? Кто поднимал? Староста, наверное, да. Я просто студент был такой непосредственный, ну как, посредственный такой студент я был, хотя я имею 3 высших образования, но студентом был посредственным, потому что это была заочка, так сказать. Приходил и общался только с теми профессорами, которые мне было интересно. И саму группу я даже не знаком был вообще со своей группой. Чисто вот поступил, прихожу в эту, как ее, учебная часть, говорю, что вот смотрите, вот у меня есть деньги, я хочу получить знания в таком-то направлении, дайте мне их. Но мне вот эти вот ваши социологии, там, что там, какие предметы, я даже не знаю, какие там предметы. Вот. У вас факультет экономическая аналитика, вот я хочу знать, как вот мне просчитать, куда вложиться, что вложить, как вложить там, вот. А вот как мне общаться с друзьями, там, еще что-нибудь, там, физкультура, вот этого вот, давайте, пожалуйста, без этого. Но деньги буду платить своевременно, хотите, сразу за все 5 курсов отдам, держите. Вот, люди шли на сделку, ну, что бы не пойти. Я там не буду появляться, не буду занимать у них там место, а платить буду. Ну, ладно, там, позвоню пару раз в месяц ректору, преподавателю. Вот. 3 высших образования я вот именно так получил. И те знания, которые мне были необходимы, я тоже получил. Отошел от темы. Был куратор, да? Функцию какую выполняла? Никакую. Посещаемость. Посещаемость там. Что еще? Объявление. Что еще? Почему спишь? Что еще? Да нет, объявления, праздники и все. То есть, если ты, допустим, херней страдаешь, не учишься, она тебе ничего не скажет? Нет. Нет? Плохой куратор, я скажу. А в нашем институте не будет такого. То есть, в нашем институте, если я куратор над тобой, я тебе ни вздохнуть, ни пернуть не разрешу. Будешь работать как проклятый. Ну, утрирую, конечно, шучу, но в чем функция куратора в нашем институте? Этот куратор перед тем, как заняться курированием, прошел весь тот объем заданий, выполнил их, да, которые необходимо будет выполнять тебе. Просто примеры буду приводить, да, заданий. К примеру, задание там, ну, что хочешь открыть? Я не знаю. Кто-то тут что-то говорил. Туризм. Хочешь открыть туризм? Туристические компании какие в Перми знаешь? Какие еще? Не очень. Почему не знаешь? Это твоя сфера, ты хочешь в этом работать? Ты чё? Если ты хочешь в этом работать, я вам просто вот так в аудиторию скажу, ты должен знать даже их директоров. Причем не просто знать, на слуху они не должны быть, ты должен их знать вживую. То есть, вот понимаешь, к чему я веду? Одно из заданий на первом курсе, открываешь дубль ГИС, хочешь открыть туристическое агентство, выбираешь 3 компании, обзваниваешь их, договариваешься на встречу с владельцем компании, не с директором, а с владельцем, тот, кто ее поставил и тот, кто косит капусту, так сказать. Вот. Договариваешься на встречу, не знаю, чем ты замажешь его, какими ресторанами там и так далее, но ты должен с ним встретиться, а куратор должен проконтролировать, что он это сделал, и причем вместе с ним встретиться и убедиться, что он действительно получил ту информацию, которую он хочет, и узнаешь ту информацию, которую хочешь получить. То есть все необходимое для того, чтобы все это открыть. Под каким соусом ты это подашь? Ну, как говорится, изворачивайся. Вот. А куратор все это смотрит и контролирует. Я думаю, согласятся многие здесь сидящие с тем, что если ты хочешь, допустим, ну, то же самое туристическое агентство открыть, надо, как сказать, ну, надо знать его изнутри. Правильно? Ну, как минимум поработать менеджером в нем. Работал?
Ну, как так, туристическое агентство? Шпионаж-то надо ж провести-то, ё-моё. Вот. Ну, суть в чем? Познакомиться и поработать менеджером. На крайняк уведешь базу. Клиентскую. Ну, как... Вот. То есть, вот одно из заданий, да, и куратор следит и контролирует. Потом на сайте вот этот человек ставит, что вот он сделал это задание, а ты как его куратор такой, да, действительно он сделал, было весело, познакомились с директором, оставил телефон, зовет пиво пить. Вот. Ну, ты еще и должен ему понравиться. И, кстати, не бойтесь никогда что-нибудь попросить. Если ты познакомился с этим человеком, спроси его, может ли он тебе что-нибудь дать. Не стесняйся, действительно тебе говорю, можешь меня попросить, чтобы я тебе что-нибудь дал прямо сейчас. Ну, попроси. Вот смотри, бизнес-идея не на миллион, конечно, но на 100 тысяч рублей точно в месяц. Прям сегодня родилась, потому что сегодня такие раз, блин, чай закончился, ё-моё, в офисе чай закончился, представляешь? Бизнес-идея на 100 тысяч тебе прямо сейчас. Берешь и открываешь службу по доставке ништяков в офис. Ништяков именно. Работает в офисе, да, допустим, 5 человек. По 200 рублей скинулись и отдали. Вот. И самая прелесть в том, что каждый понедельник будет приезжать этот прекрасный молодой человек, приносить вам эти, так сказать, все необходимое. Оплатить вы ему будете за это всего лишь 1000 рублей в неделю. Суммарно 4000 в месяц. Впятером. Вот. А, скорее всего, будет платить директор компании. Как вы договоритесь? Как? Ну, там я писал. Как договоритесь? Вот. 4000. Теперь с тобой посчитаем. Смотри, 250 рублей банка кофе. Если заказываешь оптом, она тебе выйдет рублей 170-180. Пачка чая, ну, рублей 100, к примеру, да? Пачка сахара, такая хорошая рафинада, там, хорошего, там, рублей 100. Вот. И всяких... печенюх, там, орех там, и так далее на пятихатку. Вот, то есть, чтобы 1000 вышло. Вот. То, что выберут люди, да? Вот. Ну, еще какой-нибудь выпечки, может, выберут. Ну, выпечку не советую включать в прайс. А с выпечкой тяжело работать. Она сохнет там, где-то не свежая, где-то еще что-нибудь, где-то грибов мухоморов положили в пирожки. Вот. 1000 рублей. Один клиент. В течение недели тебе надо просто завести к нему, да? К примеру, представим себе бизнес-центр Луначарский. У меня на 9 этаже там офис находится. Там на каждом этаже по 7 или 10 офисов. Этажей там 10. 7 умножить на 10 – 70 офисов. 70 офисов, ну, возьмем от них, там, допустим, ну, 20 офисов с тобой заключить договор. Будут тебе платить еженедельно по 1000. 20 умножить на 1000, сколько будет? 20 тысяч. 20 тысяч умножить на 4 недели. 80 тысяч. 80, это 80 тысяч ты получаешь в месяц за то, что 4 раза заехал в этот бизнес-центр. Это оборотка. Ну, предположим, что у тебя профит заложенный 25%, да? Это 20 тысяч чистой прибыли. Выгодно? Как ты можешь прорекламировать? Есть идеи? Ну, сегодня тоже просто скажу тебе, сразу открою секрет. К нам привезли воду, замечательная компания «Веселый водовоз». И мы такие сидим, думаем, да к чему мы им 20-ку дадим, они развезут наши флайеры по всем офисам в течение недели, по всем офисам города Перми. А их не меньше, не больше 14 500. Ну ладно, не возьму 20-ку, дай 40-кет. Не возьмут 40-кет, дай 40-кет и попроси, чтобы по половине хотя бы развезли. Не развезут, попроси какие-нибудь доставки, там, суши-роллов и скажи, вот только по офисам, пожалуйста. Придумай что-нибудь еще, где еще, кто еще по офисам разъезжает, понимаешь? Вот. Все, один бизнес-центр, 20 тысяч рублей прибыли. Можно нанять человека, который, ну, 4 раза в неделю заморочится? Понимаешь? Вот как бы сходу тебе идея дарю. Спасибо, жду на расчетный счет. Смотрите, еще Олег Тиньков в своем интервью сказал, если хочешь придумать хорошую такую пробивную бизнес-идею, чтобы она сразу поперла, как ее придумать? Вот
едешь в машине, буду говорить его словами, едешь в машине и чувствуешь, что тебе что-то не хватает. Либо зашел там, не знаю, там в какую-нибудь гостиницу, либо в ресторан, и чувствуешь, что, блин, ну как-то неудобно там, блин, ну как так у вас этого нету, ну там еще что-то там. Вот, ну, как сказать, я думаю, такие ощущения у всех всегда возникают, когда вас что-то не устраивает, вы что-то хотите, но не можете найти, либо не можете получить, так сказать, либо не нравится что-то, так сказать, сервис там, допустим, какой-то, да, вот. Если это повторяется из раза в раз, это круто, то есть вы не думаете, что это плохо, это наоборот хорошо, вот. А если вам об этом еще и вдобавок начинают говорить ваши друзья, знакомые, и говорят это так, блин, да как так-то, это еще лучше. Вы сразу в голове у себя рисуете картинку вашего бизнеса, вот, потому что эта ниша, первое, не занята, раз у вас это появляется, и вы это не можете найти, и вам об этом говорят друзья. Второе, вы заработаете сразу, и вы причем знаете уже сразу, кому предложить. Ну, вот, как бы про идеи, так сказать. Вот. Ну, первый месяц команда образования, берем себе в курирование 4 студентов, контролируем их. Обучаем самостоятельно, потому что до этого выполнили эти задания. Вот. Смотрим, какие задания дальше появляются, выполняем. Все задания появляются интерактивно внутри сайта, ну, который для института заготовлен. У каждого из вас будет личный кабинет. Зашли в кабинет, увидели задание, выполняем. Само собой, перейти с курса на курс можно только завершив, так сказать, цикл заданий. Завершили цикл заданий, перешли на следующий курс. Если вы этот цикл завершили, мы понимаем, что вы придумали 9 бизнес-идей, научились нанимать, обучать, адаптировать, воспитывать, не знаю, контролировать 4 студентов под собой и научили вот этих вот 4 студентов делать то же самое, что и вы. 9 бизнес-идей должны быть в 3 направлениях, по 3 с каждого направления. Из этих 9 бизнес-идей вы должны перед администрацией института защитить как минимум по 1 из каждого направления. 1 умножить на 3 направления. Если хотя бы одну не защитили, остаетесь на первый курс еще раз. Ну, я думаю, это как бы справедливо. Почему справедливо? Потому что если, к примеру, у вас где-то пропуск, да, ну, допустим, не научились проводить правильно собеседование. Что это, чему это грозит? Вы планируете создать компанию, туристическое агентство? Можно? Не против? Туристическое агентство, у которого будут филиалы по всей России в 50 городах, круче, чем Лагуна там, или какое-нибудь там еще туристическое агентство, и персонала там 500 человек. И тупо не умеешь проводить собеседование. У тебя работают какие-нибудь менеджеры, которые не умеют работать, и ты их не можешь правильно подобрать, понимаешь? Да ты даже на начале уже стопорнешься, ты не сможешь выйти за рамки города, потому что ты не можешь нормальных людей нанять. Вот. Стопорит бизнес. То есть, если вы что-то пропустили где-то, да, мы вас не впустим дальше, потому что дальше впускать бесполезно, вы потеряете деньги и потеряете свое время, эмоции. Ну, все, заново надо будет начинать. Вот. Мы вам говорим, ты лучше здесь заново начни, чем когда ты уйдешь очень глубоко, тебе возвращаться назад будет очень тяжело. Вот. Здесь мы защитили. Первый курс 3 месяца оттарабанили, переходим на второй курс. При переходе на второй курс мы решили вас вознаградить. То есть, когда вы переходите на второй курс, у вас возникает что? Вы начинаете что делать? Вы начинаете бегать, договариваться, потому что составление бизнес-плана – это такая вещь, где надо все везде узнать, со всеми везде договориться. Чтобы вы это делали хорошо, мы вам подарим по окончанию первого курса iPad и костюм. Вот. Костюм, само собой, деловой. Ну, классический костюм. Как женщинам, так и мужчинам. Девушкам-мужчинам, ну, как бы. Вот. А для чего это надо? То есть, ну, вы, конечно, можете на меня посмотреть и спросить, блин, где твой деловой костюм? Ну, я вот такой, я беру харизмой. Вот. А когда вы откроете дверь, зайдете, да, и вас увидят в костюме с айпадом, так, здравствуйте, Дмитрий Анатольевич, у нас сегодня с вами встреча назначена. По поводу вот трамвайчика я у вас хотел заказать, в аренду взять.
давайте присядем, расскажите мне про ваши условия. Вот, то есть на 50% уже выиграл сделку. Вот. А, ну и саму договоренность. Вот. А, все, я тебя оставлю в покое, сейчас кого-нибудь другого замучаю. Вот. А, на втором курсе что мы делаем? У нас три бизнес-идеи минимум в трех направлениях. Мы составляем три бизнес-плана. Три, ну, БП напишу. Не люблю писать, писал давно. Составляем три бизнес-плана. Все, что необходимо, чтобы их написать, будет на втором курсе. То есть все задания по порядочку будут выстроены так, чтобы вы максимально эффективно все прописали. Сметы, все договоренности прошли. Для чего это надо? Вот именно по поводу договоренностей. Почему договоренности должны быть сразу? Кому еще бизнес-идею на? Так, кто поднял первую руку? Наглую девушку сейчас одарю бизнес-идеи, а даже не на 100 тысяч, а на миллион. Смотри, вот ездят у нас по городу замечательные трамваи, новые пустили, видела? Представь, едет такой трамвай, и на нем написано там кальян-бар. Вот, заходишь ты в него, он не трясет, не шумит, в нем уютная такая обстановка. Кальянная, да, шампанское там. Сигару можно покурить, кофе заказать, кашку поесть с утра, там, допустим, и доехать спокойно до работы. Круто? Странно. Почему странно? Венчур, венчур, смотри, нету. Невозможно. Что невозможно? Запускать. Да, вход сделаешь. Вход сделаешь платный. Да, вот всяких таких, которые, блин, на попробовать. Но они, кстати, даже если попробовать, все равно 500 рублей заплатят. И ты будешь заранее в прибыли. Смотри, как минимум, это будет очень интересно на первых порах. Лакшери трамвай. Лакшери, да, вообще круто. Еще музыка такая интересная. Там суши-роллы можно делать не... Была такая идея только с автобусом. Это можно, ну, типа кафе с автобусом, только можно не оформляться вообще. То есть, если кто-нибудь подъедет проверка, то быстренько в шоке. А на трамвае далеко не уедешь, да? Нет, я хотела с автобусом, поэтому с автобусом хотела, чтобы не было привязки не там. А на трамвае в рамках трамвайных путей тебя все равно идут. Как клиент вышел, вещи оставят. Ну, суть в чем? Очень круто, знаешь, в каком плане? В том, что сильно напрягаться насчет рекламы не надо. Он сам себя прорекламирует за сутки. Как автобус Чикин ездил. Да. Не знаю, живой он, не живой. Вот да. То же самое. Он живой где-то там стоит. Живой стоит. А, он сильно разгуляет где-то около гостиницы. Я даже не знаю, не гоняюсь за ним. Мы Чикин. Мы Чикин в офис заказываем. Так нам привозят курьер, мальчики. Какая идея? Ну, когда потухла. Мало места. Где мало места-то? В автобусе, что ли? Ну да, там получается... Так ты не в пазике бери, ты маны бери хорошие. В пазике-то ты что там? На задних... Кто в заднем автобуса будут подпрыгивать вместе с кальянами на наших дорогах? А? Трамвай в аренду. Трамвай в аренду? Не покупай. Невыгодно покупать. Да, очень дорого. Да. А смотри, насчет аренды, за сколько договоришься? Сможешь договориться? Там на чем-то. Ну да, как будешь договариваться? Вот я там в депо сижу, тетка такая, серьезная такая, у которой внуки, которые меня вообще уже задолбали так, что я не могу прям. Ну если прямо задолбали, значит можно их там без ограничений что-нибудь. Не-не-не, смотри, ты в трамваях ездила? Нет. Нет? Да ладно, что ты, ну. Трамваях нет, ну ездила, ну так. Поезди. Хочешь трамвай, ресторан, поезди неделю специально. Вот. А лучше на сутки туда засядь и посчитай, сколько кондуктор соберет денег. Посчитай. Ну, заплати косарь студенту, пусть посчитает. Сколько кондуктор соберет за сутки? Там за неделю будет, она его выкинет с трамвая. Нет, да что, он 12 рублей заплатил и целый день ездит. 13 уже. Что, 13? Да. Блин. Ничего себе, цены растут, как на ночах. Вот. Ну, я думаю, когда у тебя свой трамвай будет, тебе не важно будет, сколько он стоит. Вот. Ну, суть в чем? Надо посчитать. Надо понять, сколько они зарабатывают, правильно? Войди в доверие, купи шоколадку, да, этой кондукторше, спроси, сколько ей платят. Вот. Узнай. Ну, давай вот просто накидаем, да? Смотри. 3000, к примеру, они собирают за день.
пример просто. А, из этих 3500 рублей, к примеру, за смену кондукторши и 500 рублей, к примеру, за смену водителю как бы трамвая, да? 2000. Из этих 2000 откусим еще 500 рублей на амортизацию. Ну, там что-нибудь отвалилось, может, там отремонтировать надо. У нас выходит сумма 1500 рублей. Электроэнергия. Ну, я думаю, насчет электроэнергии ты отдельно будешь с ними договариваться, которую будешь жрать твой трамвай. Ну, а? Ну, хорошо, 1500. Вот, 1500 в сутки. Вот, в сутки он у тебя будет кататься. Причем, мы же можем его круглосуточно сделать. Нет, а почему нет? Кто мешает? Технологические перерывы. Да. Электричество вырубают, что ли? Может, вырубают. Нет, не вырубают, там же чистят. Ну, я думаю, питься можно? По кольцу, потому что он едет в этот час. Да мы в депо едем, вы что? Найти не можем. Заблудились. Вот. Ну, суть в чем? 1500 умножить на 10, сколько там будет? 15 умножить на 3, 45 тысяч. А кто-нибудь знает, сколько платят за аренду кафешки, там, рестораны, бары? По-разному. Ну, сколько? А? Ну, вот я знаю, тут где-то неподалеку Pizza Hut есть. У меня знакомая, бывшая владелица, Лючия, она платила 340 тысяч вот за это заведение в месяц. На Кирова, Pizza Hut. 340 тысяч. Ты видел, сколько там помещения? Я знаю. Я видела там. Вот. Вот. Магазины платят. Да. Больше ресторанов. 340 тысяч она платила за месяц. Ну, то помещение, которое ты видела, это ведь не все. То есть у них есть там кабинеты, склады, там, холодильник, кухня там и так далее. Вся вот это вот. Ну, то есть там то, что ты видела, умножает на 2 смело. Площадь, я имею в виду. Нет, я знаю площадь. А, ну. Я работала с ними, была внутри тоже. А, ну это хорошо. Вот, Валеру, тогда Валеру знаю. Тогда Валеру, наверное, знаешь. Вообще. Сибирские пельмешки без смешки 2000 платят за квадрат. 2000 за квадрат? А сколько квадратов? На бронях камеру. Квадратов? 346. То есть это больше полумиллиона. Охренеть. А ты тут будешь платить вот за это помещение? Сколько? 45 тысяч. Сколько там квадратов? Ну ладно, там мало квадратов, мало народу можешь посадить. Ну блин, ты же можешь второй вагон прицепить. Ты можешь второй трамвай в догонку со вторым вагоном. 4 вагона поехал, и у тебя уже полноценная Pizza Hut. Сзади там вагон, где повара сидят. Вот. А, ну, я просто веду к чему. Причем один вагон суши, один кальянный, один пицца. Да-да-да-да. На выбор. Состав трамвай от просто мира, да? Как состав перекрытого движения. Скажи, пожалуйста, до скольки тут планировано это действовать? А ты до скольки хочешь? Можно? А до скольки хочешь? Я должен уже ехать. Ну, едь, я думаю, с кем-нибудь договоришься сейчас, кто здесь сидит. Тебе не это, ну, расскажут по-любому. А есть где-то информация, где я буду? А вот смотри, ребята, шикарные ребята от очень хорошей компании Coin Production снимают. Я думаю, мы все это выложим на сайт. Ссылочку на сайт ты можешь получить у организаторов. Угу. Вот, и все досмотреть, дослушать, да. Доглядеть. А коммерческая, как бы, жилка-то где-то там есть? Сколько стоит обучение? А вот да, все на видео и досмотришь. Да? Да. А сколько по времени еще планируете быть? А я не знаю, как пока в меня помидорами гнилыми не начнут кидать, не уйду. Ага. Ну, хочет. Да, трамвай. Вот, и смотри, к чему я веду. Почему нужно тебя одеть в хороший костюм и дать тебе iPad? Вот смотри, тебе надо узнать, за сколько тебе этот трамвай отдадут в месяц, да? Ты же бизнес-план должна записать какую-то цифру, ты же ее не придумаешь. Вот так мы сейчас посчитали, ты же ее не запишешь. Они, может, тебе его вообще не дадут. Ну, а мы тебе дали денег на трамвай, да? Ты пошла такая? Ты со своей внешностью договоришься, не переживай. Вот. А ты в этом костюме такая приезжаешь к ним в офис, такая,
Зашла такая вся деловая с айпадом. Да, конечно. Вот. А куда тебе еще надо будет съездить? В администрацию. Спросить, пустят тебя вообще на эти пути или нет. Вот. Поняла, зачем костюм и айпад? Айпад нет. Как это записная книжка? А, фотосессию, да. Чтоб сфотографировать сразу еще все. Записную книжку, ну это круто, блин, все с айпадами, и ты с айпадом. Вот. Наконец-то объяснил, зачем костюм и айпад. Чему еще мы здесь учимся? Мы учимся, как сказать, вот тех ребят, которых мы помогали на первом курсе, вот четырем ребятам, студентов первой нашей линии и 16 ребятам, студентам, которых набрали наши ребята, вот эти вот, мы должны проконтролировать, чтобы вот эти вот ребята и вот эти вот ребята закончили первый курс. Если эти два условия мы выполняем... А, еще третье условие есть, чуть не забыл про самое главное. Смотри, у тебя, опять же, с твоим трамваем случилась такая ситуация, что, блин, надо заплатить за аренду этого трамвая, а денег нет, что будешь делать? Договариваться. Хочешь верь, хочешь нет, можно не договариваться, можно не занимать и даже в кредит не брать. Знаешь как? Не платить. Просто намутить. Вот. Ну вот я говорю, где-то надо взять. Да, надо сделать эти деньги. Чтобы их сделать, надо уметь их делать. Этому очень хорошо учил Саша Сучков на тренинге. Была на нем? Тогда смотри, задание будет на втором курсе в течение, вот ограниченный срок, 14 дней. В течение 14 дней необходимо сделать от 100 до 200 тысяч рублей, не вложив ни копейки. Тому, как это сделать, будут помогать вам Александр Сучков со всем своим институтом 12 и компания «Бизнес-молодость». Ну, как, объяснят, как это сделать, пинанут, не пнетесь еще раз пинанут, не пнетесь еще раз пинанут и так далее. Это второе условие. И третье условие, как я сказал, на второй курс переводим всех своих балбесов. Делаем их такими же, как мы. Переходим дальше на третий курс, когда выполняем эти условия. Если одно из этих условий не выполнили, на третий курс не перейдем. При переходе на третий курс нам нужно будет не просто уже договариваться, да, нам нужно будет уже заключать сделки. Я думаю, если ты поедешь в трамвайное депо уже с договором, да, вот, и выйдешь из трамвая в костюме и с айпадом, они поймут, что ты не сильно платежеспособна. Вот. И мы по окончанию второго курса замечательным нашим студентам подарим автомобиль. Вот. Деньги у нас есть. 17 бизнесов позволяют зарабатывать эти деньги. Автомобиль хороший. Лада и Лада. Шевроле Камара. Что, правда Камара? Да. Не, серьезно. Серьезно. Мы просто посмотрели, у нас в России мало комар, решили... Одна? Да нет. Да вторая, это не комара. Ладно, не будем спорить, короче, мы их сделаем так, чтобы было много. И чтобы эти комары были только у наших студентов. Вот, чтобы сразу видели за милю, опять эти едут из МБИ, закрывайте двери. Денег у них нет, они прикидываются. Вот. Перешли на третий курс, получили машину, костюм есть, iPad есть, едем заключать договора. К тому моменту, когда мы перейдем на третий курс, мы либо получим грант от института за то, что стали лучшим студентом либо на первом курсе, либо на втором курсе. В данном случае мы можем не ограничивать себя абсолютно в желаниях, то есть можем бизнес-план забабахать и на 10 миллионов, и на 20, и на 40, и на 50, без разницы. Посмотрим, оценим, дадим денег и попросим 70% долю. Ну, я думаю, это выгодно, и вы поймете со временем, почему это выгодно.
А если не станете таковыми, то к концу вот этого второго курса и при переходе на третий курс вы на курировании заработаете со всеми прогулинами, со всеми клубами, со всеми, не знаю, пьянками, договоренностями. У вас на счету будет 1,5 миллиона. Рублей? Ну, само собой. Тебе куда много-то? Трамвай заказать не надо много, не-не. Вот, 1,5 миллиона рублей достаточно, чтобы поставить трамвай, достаточно, чтобы организовать доставку вот чая, кофе. А, да, в принципе, даже достаточно, чтобы вот ту же самую франшизу, которую я в автомойке купил, купить. Все что угодно, достаточно 1,5 миллиона рублей, чтобы запустить любой малый бизнес. А, и уже начинать зарабатывать с него, ну, не меньше 100 тысяч. Если меньше 100 тысяч, то не надо его запускать вообще. Забудьте его и запустите, придумайте что-нибудь другое. А, условием перехода... Третий курс, кстати, тоже 3 месяца. Чтобы перейти на третий, на четвертый курс, а, вам нужно вот этот вот бизнес, который вы здесь запустили, трамвай пустило по рельсам, а, доставку организовали. А, что нужно сделать? А, успешный бизнес – это тот бизнес, который работает без того, кто за ним смотрит, того, кто им владеет. А, месяц понадобилось тебе, допустим, чтобы пустить этот трамвай по рельсам. А, 2 месяца тебе понадобилось, чтобы сделать так, чтобы в него залазили постоянно люди и кушали, ели, курили там. А... Ух, ё-моё. А... Что ты делаешь? Подходит к концу третий месяц у тебя. Ты берешь неделю, так сказать, отпуска, выключаешь телефон, выкини его лучше, и едешь на экватор. На экватор. А, что происходит на экваторе? Ты не переживаешь и вообще не думаешь об этом бизнесе, потому что ты же все замечательно в течение 3 месяца делала. Приезжаешь обратно и смотришь, что происходит с твоим трамваем. Ездит ли он до сих пор по рельсам? Люди заходят в него или нет? А, платят ли они за еду или только за проезд? Вот. А, если все осталось таким же, как было до этого, а тебя куратор проконтролирует, вот, ну, проверит, что действительно ли все было так, как ты уехала. Либо он начал приносить больше, чем приносил до этого, а это еще круче, да? То ты становишься четверокурсником. Тут мы ничего тебе не подарим, потому что ты сама себе сделала подарок. Стала генеральным директором трамвай ООО. А... Здесь... Почему это четвертый курс? Вроде бы мы уже стали бизнесменами, да? Но 100-200 тысяч – это не бизнес, я вам скажу. Это так, как сказать, поиграться. То есть, когда вы этого достигнете, вам захочется настолько больше, что вас будет так разрывать изнутри, что вы, блин, ну я просто вам свое вот это вот. Помните, я говорил, что когда у меня стало 3 работника, да, я начал двигаться с невероятной скоростью. И вы увидите, что вы будете двигаться с невероятной скоростью, когда вы поставите свой первый бизнес, который вам начнет приносить больше 100 тысяч. На 4-м курсе мы вас учим зарабатывать 1 миллион долларов в месяц минимум. 1 миллион долларов чистой прибыли в месяц минимум. Как это делать в формате города Перми, честно не знаю. Ну, как знаю, но мало таких вариантов, да. Знаю, как это делать в формате филиальной системы. Вот, чему и мы, и причем очень легко и быстро. Чему мы и будем учить на 4-м курсе. Мы вас просто отправим в какой-нибудь другой город, где есть офисы Международного бизнес-института. Вы приедете благополучно в этот офис, познакомитесь с ребятами, которые там учатся. Посмотрите на них, на второкурсников именно. Вам нужно смотреть на второкурсников. Вот. Выберите из них самого толкового, адекватного, более-менее, ну, как бы, соображающего и предложите ему партнерство. Вот. Какого плана партнерства? Вам нужно будет поставить еще один такой трамвай в другом городе, чтобы он ездил там. А тот человек, которого вы выберете на 2-м курсе, вы ему объясните все, что мы создали за 3 месяца, осталось таким, как есть, и работает так, как есть, либо приносит прибыли больше, чем приносило до этого, мы стали 5-курсниками автоматом.
Пятый курс самое вкусное. Подарки опять не дарим, к сожалению. На пятом курсе самое интересное. Ну, вы, наверное, спросите, почему $1 000 000 в месяц мы вас научили на четвертом курсе, когда тут даже 500 тысяч не пахнет. Что мы один трамвай пустили по рельсам, второй трамвай пустили по рельсам, один сотку приносит, другой сотку. Где миллион-то? Вот. Когда вы пустите второй трамвай по рельсам в другом городе, вы за месяц пустите таких трамваев в 58 городах как минимум. Вот. А наймете директора по развитию, наймете еще кого-нибудь. Тот же самый человек, который внутри одного города, вы пустите этих трамваев еще 3 штуки, потом пустите троллейбусы по городу, потом еще что-нибудь. Вы назапускаете столько в течение, не знаю, ну, полугода, вот здесь вот, после, по окончанию четвертого курса, что вы $1 000 000 достигнете, даже не заметив. Это будет для вас как игра. Вот. Но сразу же как бы тормозну эмоции, да. А перейти с первого на второй курс, это еще ладно. Перейти со второго на третий курс тоже ладно, но с третьего на четвертый самое тяжелое. Вот. То есть с третьего на четвертый перейдут, ну, по моим подсчетам, 5%. С четвертого на пятый перейдут из 5% 5%. Потому что это очень тяжело. Но мы постараемся, чтобы максимальный процент прошел. Вот. Будем максимально с разгону прям разгоняться и давать посрачников. Потому что мотивации внутренней, ну, действительно, как бы, как показывает моя практика, у людей очень мало. Они не понимают сами, чего вообще хотят от жизни. И они себя с утра почистить зубы не могут заставить. Кого уж там компания, трамвай пустить по рельсам. Шучу. Вот. На пятом курсе мы учим вообще ничего не делать. Ну как вообще ничего не делать? Делать, но только то, что хотите сами. Сразу на пятый. Можно? Нужно, да, нужно. Экстерном можно. Вот. Даже раздеваться не надо. Что происходит на пятом курсе? Мы вас знакомим с самыми успешными инвесторами России. Даем вам задание именно по инвестированию. Учим работать на Форексе, не на Форексе, везде, где только можно. Учим оценивать бизнес-идеи, учим инвестировать в эти бизнес-идеи. Учим нанимать юристов, адвокатов и так далее, которые умеют все это делать. Учим нанимать, искать аналитиков, которые все это будут просчитывать. Вот. То есть делаем все, чтобы вы из там, генерального директора ООО «Трамвай» стали ЗАО, там, коммерцбанк какой-нибудь, там, Перемкоммерц, там, трамвайбанк. АКБ, вернее, ЗАО. То есть задача на пятом курсе какая? Продолжаете ездить по городам, запускать ваши трамваи, запускать печенюшки по офисам. А параллельно что делаете? Параллельно смотрите на первокурсников и второкурсников, разговариваете с ними, приезжаете в город, первое, что вы делаете, бежите в офис, бежите, потому что таких же, как и вы, пятикурсников будет человек 10, которые будут сломя голову носиться по этим офисам и разговаривать с первокурсниками и второкурсниками, смотреть, кто из них стрельнет идеей. Я вот когда был на тренинге Александра Сучкова, вот который летом проходил, он нас поделил на команды вот по 2 человека. Кто был там вот в этих командах? Так, о, круто. Не знаю, может быть, сейчас обижу этих людей, но те идеи, которые там были, меня просто убивали. Смотрите, первое, что вы должны оценивать, ну и мы само собой будем учить, перспектива выхода на международный рынок. Не из города выходить, а именно на международный рынок. Перспектива выхода. Вот. А второй момент. Это должен быть желательно венчур. То есть то, чего вообще не было, либо то, что с чем-то связано, но действительно как бы изюм. Но вложиться в такие, ну, если вы в 10 таких вложитесь, один как минимум стрельнет.
Вот. Ну, если вы найдете такие кофеаппараты там по городу расставлять, попкорны, кукурузные ваты там, ой, сладкие ваты, не надо. Это с помощью этого вы 100 тысяч рублей не заработаете. И человека разочаруете, которому денег дадите. Вот. Вкладываться на действительно глобальные проекты. Вот. И вы, находясь на 5-м курсе, будете сидеть, вот там приехали такие в офис, там в Уфу. В Уфе сейчас 70 студентов уже. Вот. Сели такие, 70 студентов перед вами сидит, с каждым по отдельности поговорили, и сидите такие, думаете, блин, что за хрень-то, где же идеи-то? Понимаете? Потому что действительно все идеи, которые у людей будут, с которыми люди будут к вам идти, это все те идеи, которые у них родились благодаря их опыту и окружению. А их опыт и окружение ограничены их опытом и окружением, само собой. Работы, где они работают, учебы, где они учатся, семьей, в которой они живут. И эти бизнес-идеи, ну, сами понимаете, если бы вы были бы там каким-нибудь Рональдом Макдональдом и летали по всему миру там раз в месяц, да, там на своем самолете, да даже пофиг, не на своем, вот, смотрели, со всеми общались, знакомились там с какими-то другими людьми, ваша фантазия работала бы в тысячи раз лучше. Вот. И вы бы придумали и фонтанировали бы такими идеями, которые даже мне не снились. Вот. Но, как показывает практика, ну просто сам очень много идей, вот как бы слушаю от студентов сейчас, я понимаю, что идей мало хороших. Вот. И программу, которую на первом курсе мы сейчас докручиваем, мы ее докручиваем так, чтобы люди действительно фонтанировали гениальными идеями. Вот. Открывать трамваи, там, рестораны, там, доставка вот этих вот. Вроде бы, знаешь, вот кофе, там, вот эти чаи, вроде бы, блин, что тут такого гениального, да? Ну, это новое, этого нету, и это востребовано, правильно? А если ты пойдешь и будешь открывать кальянную копию, ну, либо автомойку, копию того, что уже вот есть, уже, ну, ничего такого особенного, тем более ты будешь бороться со всей конкуренцией в городе, которая есть, ты не будешь, ну, не преуспеешь ты. Вот. Либо преуспеешь, но ты будешь пахать землю, как это, носом. Вот. Так. Ну вот, в принципе, 5-й курс – это умение инвестировать, умение находить идеи. Находите и инвестируете. Человек перешел на 3-й курс, вы ему даете денег, он делает. Представляете к нему своих бухгалтеров, экономистов, аналитиков, и они контролируют, чтобы он шаг влево, шаг вправо, расстрел, прыжок, попытка улететь, расстрел. Ну, я шучу, конечно, это все намного лояльней, но человек для человека вы станете бизнес-ангелами. Я думаю, все здесь сидящие знают, кто это такие. Те люди, которые дают денег и не просят вернуть обратно. Вот. Ну, просто просят дольку. Так, сейчас затронем момент оплаты обучения и заработка внутри института на кураторстве. То есть смотри, если бы ты в своем институте тебе сказали, что ты старейшина, ты бы согласился? Старейшина. А? Не-не-не, старостой. Вот согласишься? Почему нет? Вот смотри, это твоя группа. Тебе надо контролировать, чтобы все они каждый день были здесь, но чтобы все они выполняли правильно задания, все контролировать, помогать им выполнять задания. Теперь согласишься? А если ты не будешь это делать, либо кто-то из них не придет, я буду нагонять тебе давать. Ну, давай. Попроси денег. Что мне за это? Попроси денег, да. Вот смотри, вот здесь начинается самое интересное. А те люди, которые хотят, чтобы им помогали, они платят деньги. Если ты хорошо помогаешь, они тебе платят деньги. Помните, как я вам рассказывал про детские сады, как детские сады, так сказать, со своих договоров делились с теми, кто им посоветовал меня? Вот здесь то же самое. Мы увязали все, ну, я считаю это своей 5-й симфонией. То есть, когда даже 5-й курс приходит ко второму, дает денег,
четвертый курс приходит ко второму, говорит, давай строить бизнес вместе. Еще и зарабатываете на том, что пинаете кого-то. То есть все перевязаны друг между другом, будете настолько тесно, что вы все в одной команде будете. Ну, есть такой термин, называется синергия. Кто-нибудь знает, что это такое? Что, никто не знает? Так? Как симбиоз. А ты уже, я тебе говорил, даже нет. Синергия – это когда вы 1 плюс 1 равно… Сколько будет? 3. Почему 3? Ну, здесь 3, да. То есть это когда ты хорошо, а вдвоем вы в 10 раз лучше. Вот. А приведу маленький такой банальный пример. Если я диджей, с кем я тусуюсь? С диджеями, с кем еще? С кем еще? С драгдилерами. С кем еще? С танцовщицами, да? С арт-директорами, с хозяином клуба. Почему? Почему я не дружу с фрезеровщиками, у которых днем работаю? Наверное, потому что я от них получаю новую информацию, которая мне интересна. Наверное, потому что если я запишу новый трек, они послушают и скажут, блин, круто, давай его там куда-нибудь толкнем. Ага, ну и так далее. То есть происходит между нами синергия. И вот кто поднял руки, кто были на Сучкове, наверное, не дадут мне соврать сейчас, что 2 дня, проведенные в 4 стенах, вот, в голове рождает, ну как, в голове, так сказать, ну такие импульсы происходили, когда ты начинал думать. Ты приходишь и ты думаешь, ты то время, которое ты не слушаешь, ты думаешь, ты хочешь, ты начинаешь искать, по интернету начинаешь лазить. Когда тренинг закончился, ты пришел домой, вот тебя я видел на тренинге Сучкова. Пришла домой, рылась по интернету, искала, что запустить. Конечно. Пробовала? А что пробовала? И, ну, у меня как бы немножко получилось работать, вот я кристаллами Сваровски. Угу. Ну, перепродавала. Чего-то мне не хватает. Мне угу. Чего-то угу. Не хватает. А знаешь, что не хватает? Чего? Перестала общаться с ДСДшниками. Наверное. Ты вернулась в ту же самую среду, в которой была, в которой ты не росла. Понимаешь? А если бы вы вот всем табуном 140 человек каждый день вместе собирались. Че, ребята, что сегодня откроем? Че завтра откроем? Че послезавтра откроем? У кого чего, какие идеи? Давайте поможем там. Ну и пошло вот это вот. Это и пошла бы вот синергия. Диджеи, танцовщицы, арт-директора, директора клубов там и так далее. Вот. И мы здесь с помощью вот этих вот всех, так сказать, прибамбасов, офисов, там даем офисы, даем мебель в офисы. Хорошую мебель даем. У нас в офисах нету столов и стульев. У нас в офисе, как это сказать, журнальные столики, диваны, пуфы. Вот, мы любим расслабляться. 99% времени студенты в моем институте балбесничают. Сам лично прихожу и поддерживаю их балбесничество. Люблю в Warcraft играть. Заставляю и учу в Warcraft играть. Вот. Но тот 1% времени, который они не балбесничают, они, ну, делают действительно интересные вещи. Где этот балбес? Илья Суворов. А, вон рука торчит, можете на руку посмотреть его. Алкоголь продает, обращайтесь. Возит из Москвы и продает. Я тебя прорекламировал, процент. Мне, пожалуйста. Не 1, 10. Вот, а кого бы еще? Кто тут еще есть? А, вот, сидит человек, Арсений Збитнев, да ведь? Да? Вот, человек откусил от моего института, ну не знаю, пока не решил, но 10% точно откусил от института. Директор по развитию теперь. Вот, умение договариваться у него хорошо работает. Съездил в Уфу, поставил целых 2 офиса, причем поставил... Какого числа ты уехал? 4 января. Вы представляете, 4 января приехать в город и попытаться растормошить его? Это мне, не знаю, там зомби вылавливать по улице и говорить, слушай, тут институт открывается, пойдем учиться. Вы там еще не просохли после новогодних праздников, а он вас уже зовет учиться. Вот. И он
вот сегодня уже какое? 17, да? Там два офиса и народу человек 40-50. Вот. А в Москве ребята работают тоже как лошади. Ну, в Москве у них там, как сказать, не будешь работать как лошадь, будешь, не знаю, где зарабатывать, полтинник за квартиру платить в месяц съемную. Вот. Ну вот как-то так. Кто, кого я тут еще вижу-то? Сеня, помогай. Кто из студентов здесь есть еще? Колитесь, руки поднимите. Настя, ты можешь не поднимать, ты ничего не замутила. А, Настя хочет замутить, кстати, эти. Кого ты там хочешь сделать? Тапочки-зайчики. Тапочки-зайчики. Я их уже замутила. Что, продала? Нет. Почему я в офисе не видел? Увидел, ты вчера спрашивал, что это такое. Да у него пакеты там стояли. У него пакеты там только стояли, тапок не было. Настя, тапок где тапки? Почему у меня в офисе нету тапочек-зайчиков? Почему я хожу в своих кроссовках по офису? Вот. Но суть в чем? Поймите, ребята, когда в этом офисе очучаются, ты уволилась ведь, кстати, с работы, да? Да. Она уволилась с работы. Не уволилась бы, я бы ее уволил из института. Но они начинают двигаться и делать.